Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Мини-Титаны». Якобы это вторая часть. Ну что же, поехали, будем разбираться, смотреть и наслаждаться. Вперед! Так, капюшон! Сейчас я с тобой разберусь. Смотри, как ты пришел. Что ж, пора поставить тебя на место. Ха! А ну-ка давай, рискни-ка капюшончик своим здоровьем. Так, ну давай, схватку. Да ё-моё, ну что, как дети, ну в самом деле. Так, ладно, ребята. И, ах, вот оно что. Ну, давайте поиграем. У нас с вами командочка. Так, я так понимаю, что это у нас идет обучение, да? Это я помню, ребята. Это число обозначает урон, который нанесет твоя атака. Да, именно так было и в первой части. Поэтому я думаю, что мало что здесь изменилось. Так, чтобы узнать о способности, нажми на нее и не отпускай. Угу. Героическая поза. Увеличение урона. Понятно, ребята. Хорошо, мы увеличим урон и, пожалуй, огреем его трубой. Я думаю, никто не будет против. Да хорош ты, смотри, а, ребят. Хоп-хоп, поглощает души, гаденыш. Да успокойся ты, капюшон. Сейчас получишь просто-напросто трубой. А, да, он тебе восстанавливает жизни. А ну-ка, как тебе вот этот вот супер удар? Оу, я смотрю, понравился. Так, монетки, ребят, забираем. Нифига у меня голды. Обалдеть, ребята, просто-напросто. Сейчас я бумерангом, думаю, его смогу добить. А, нет, ребят, не получится. Он восстановил себе здоровье, поэтому остается только лишь труба. Да успокойся ты уже, а, ну, в самом деле это. Ну-ка, на-ка, получи и распишись, бродяга. Хе-хе. Нашел на кого, да? Соль крошить. На самого Робина. Ну что же, ребята, у нас победа. Вот так-то! Что, съел капюшон? У меня получилось, теперь я чемпион по сражениям мини-титанов. Я! Этот великий момент навсегда останется в моей памяти. Навсегда! Пару лет спустя. Мини-кто? Вы что, ребята, уже не помните мини-титанов? Эту крутейшую и увлекательную игру, которая изменила мир. А, да, те детские игрушки, что-то припоминаю. В общем, вы не поверите, что я только что прочитал в одной статье. Мини-титаны закрываются. О, нет. Ах, да, мини-титаны. Давненько я о них не вспоминал. А ведь когда-то я смог собрать все фигурки и стать чемпионом. О, да, я обожал этих смешных человечков, но мне пришлось их продать, чтобы купить спиннеры. Они сейчас на пике моды. У меня тоже больше не осталось этих фигурок. Вы только посмотрите, тут пишут, что новые фигурки мини-титанов появятся в продаже. Уже сегодня. И это будет самая последняя партия. Значит, когда их распродадут, они исчезнут навсегда. Вы думаете о том же, о чем я? Титаны, вперед, в магазин снова! Так, ну что же, якобы мини-титаны вернулись. А. Так, и здесь мы что, в лифте где-то? А, выбери своего титана. Ну что, ребята, я играл Робином. Пожалуй, я и продолжу за него. Робин, продолжи, ты не сможешь изменить решение позже. Хорошенько подумай, а что тут думать? Да, соглашаюсь. Все равно все эти герои рано или поздно появятся в моей коллекции. Ну, так как Робин мне ближе, и я за него играл уже, и знаю, что от него ожидать, будем продолжать за него. Я думаю, вы будете тоже не против. Новенькие фигурки, я уже спешу к вам. Понятно. Ну, здесь все как обычно, по стандарту. Бег. Так, а вот у нас, ребята, и первый магазин. Побежали. Раз говорят, чтобы мы в него зашли, будем заходить. Ах, старый добрый магазин игрушек. Сейчас посмотрим, где же тут самые новые фигурки Робина. Так, ну давайте глянем. Проклятие, ничего не могу найти. Что ж, это не первая моя охота. Поищу среди бракованных игрушек.
Ну ё-моё, Робби, ну как же так среди бракованных, а? Ну ладно, давай посмотрим. Здесь я не вижу, здесь тоже, здесь нету. Так, хорошо, посмотрим где-нибудь вот здесь. Где же у нас Робин? Что в первой части нам приходилось его искать, что в этой? Да ё-моё, где у нас Робин, эй? Я не вижу, ребята. Оу, улетный Робин. Так, смотрим. Да, нифига, ребята, фигурочка изменилась. Улетный Робин. Найдены фигурки. Одна из 94. Понятно? Мое. Ах, этот давно забытый азарт коллекционера. Нужно рассказать остальным. Ну что же, давайте расскажем. Опять у нас сейчас будет, наверное, соревнование, кто быстрее соберет полностью коллекцию. Привет, Робин! Я тут прикупил фигурок, а у тебя как успехи? Я тоже. Приготовься увидеть самого улетного мини-титана на свете. Пфу, не вижу ничего улетного. Сейчас я покажу тебе настоящую улетность. Что? Похоже, пришла пора выяснить, чья фигурка улетнее. Давай сразимся! Бистбой, ну давай сразимся. Че ж нам делать-то? Сам, как говорится, напросился. Поехали, ребята. Хоть он и друг нам, но задницу ему явно пора надрать. Сейчас посмотрим, что у нас, ребята, изменилось в боевке. Вау, смотрите, у нас персонажи такие, как будто бы взрослые уже. Воу, и музыкальное сопровождение. Я надеюсь, YouTube не забанит за это. Ну что, давайте трубой, наверное, для начала. Вау. Уклонение. Да ладно тебе. Бейсбой, успокойся, пожалуйста, не трогай меня. Да ядрёна ты, Вош, а. Ну все, ты напросился. А, как тебе, роднуля? Коснись, чтобы взять тофу. Конечно, возьму тофу. Не надо, не надо, не надо. Ах, ребята, что-то он меня пробивает. Ну все, он напросился. Он... Да с... Что это еще такое? Ах ты, хламон. А ну-ка, давайте-ка вот так сделаем. И пригреем его трубой. Надеюсь, не будет уклонения? Да чтоб тебя разорвало на 1000 кусочков. Да как так? Я не понимаю, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, как бы нам здесь не проиграть. Что у него за супер уворот там такой стоит, что я его не могу просто-напросто пробить? Ну-ка, ага. Так, Бейсбой, успокойся, пожалуйста. Мы же с тобой друзья, у нас с тобой дружеский поединок. А ты все воспринимаешь близко к сердцу. Дай просто-напросто я по тебе звездану трубой и разойдемся на этом. Ну, есть. Вот так вот, кия, как говорится. А ну-ка, добивочный. Да, ребята, вот она, сладкая победа. Ну что ж, я доволен. 50 монет получаем. И также Робин у нас зарабатывает уровень. Слушайте, а мне нравится вот эта музычка, которая играет. Вообще прикольная. Что-то мне сразу так 80-е года кидануло. Где-то там, далеко в памяти. Ну что ж, ребята, давайте, наверное, мы с вами повысим здоровье. Думаю, так оно будет на первых порах лучше. Слушайте, довольно прикольно, мило. Такие фигурки уже, знаете, как будто бы взрослых героев. Не тех детей, что были в первой части, а уже устоявшиеся супергерои. Так, ну ладно, ребята, мы продолжаем. Это был наш первый дружеский поединок с Бейсбоем. Сейчас посмотрим, что он нам скажет. И что дальше вообще нам ожидать? Эх, ну вот. Вот так, видишь? Не просто так я заработал титул чемпиона. Ты, Робин. Ну все, меня снова затянула эта игра. Хорошо, что я выиграл монеты. Пора купить новые фигурки. Так, сюжетные задания, ребята. Найдите другой магазин игрушек. Открыть доску ежедневных заданий. Все понятно. Нажмите, чтобы посмотреть карту. А, ну да, ребят, сейчас нам будут... Я понял, да, мы делаем вот так. Это у нас будет отметка. По крайней мере, мы будем знать, куда нам с вами идти. Поэтому побежали мы в новенький магазин. А здесь что такое? Найти другой магазин игрушек.
Все, я прекрасно понял. Он где-то будет вот здесь недалеко. Да, вот он, ребята, стоит. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь у нас за игрушки. Заходи, Робин. Только одного не могу понять. Откуда у меня столько денег? Это так и должно быть? Или это у меня такая версия игры? Так, выбери следующую фигурку. Ну что же, я думаю, что мы будем покупать все, что у нас есть. Так, Бестбой. Берем. Старфайр. Тоже берем. Оу, лисица. Не было, ребята, у меня такого персонажа, я даже не знаю, что она делает. Так, Блэкфайр. Естественно, да, подожди ты, подожди ты. Блэкфайр мы тоже с вами возьмем. Черная молния. Тоже такого не было. Купим. Ха-ха. Бестбой, так, ясно все, хорошо. Лисица. Мне, честно говоря, напоминает она почему-то гепарда. Ну, помните, да? Супергероя. Так, Starfire. Черная молния. Чем-то мне на Фьюри напоминает. Так, как в старые добрые времена. Собери 6 уникальных фигурок, ребята. Хорошо, мы с вами все... Это что? Ну, понятно, понятно. Погоди, погоди, мне не надо было выходить, я просто хотел закрыть, да ё-моё. Там мы с вами, видимо, сделали какое-то достижение. Но я еще не все здесь купил, поэтому, естественно, буду продолжать дальше делать свои закупки. Тем более, денег у меня, как говорится, кур не клюют. Так, хорош, тут уже грузится по 3 часа. Дай мне уже зайти в магаз и дальше все здесь покупать. Эй, юный покупатель! Ой, что вы там делаете? Погодите-ка, где-то я вас раньше видел. Мы случайно раньше не встречались? О, нет. Но известно ли тебе, что мини-титаны скоро навсегда исчезнут из продажи? Да, я слышал, но почему? Ведь все вокруг их обожают. Ходят слухи, что на них подали в суд за нарушение авторских прав. И сделала это... Лига Справедливости! Что? Не может быть, я отказываюсь в это верить. Я проведу собственное расследование и докопаюсь до истины. Но с кого мне начать? Можно побеседовать с Бэтменом в Готэме или увидеться с Суперменом в Метрополисе. Не сомневаюсь, что примешь верное решение. Удачи. Я буду ждать тебя в этом кусте. Жди. Так, сюжетное задание. Отправиться в Готэм или Метрополис. Так, здесь у нас Бэтмен, а здесь у нас Супермен. А также магазины, в которых продаются фигурки. И где ты сможешь принять побочные задания. Я, ребята, хочу отправиться, знаете, куда? Скорее всего, к Бэтмену. Ну, по всем, по крайней мере, историям и сюжетным линиям, Бэтмен у нас самый-самый справедливый. Поэтому я думаю, что будет логично с моей стороны, естественно, пойти за помощью именно к нему. Тем более, в первой части мы как-то уже с ним перехлёстывались. Потому что Супермену я как-то не особо доверяю. Он такой скользкий типок. Поэтому давайте, ребята, побежим к Бэтмену. Так, где он у нас? Нам показали где-то, где-то вот здесь, в этих вот краях он у нас находится. Вот он. Все, я делаю отметку. Возвращаемся. Подожди, я сделал отметку, но почему-то... Погоди, а я могу в магазин-то дальше зайти? Мне нужно как бы докупить там все. Во, могу, ребята. Могу и закуплю. Я, в принципе, даже могу здесь все скупить. Я не помню, если мы с вами дубль берем, у нас что-то от этого же улучшается. Так, Рейвен мы берем. Киборг, естественно, как же без киборга-то нам. Робина. Это, я так понимаю, стандартный. Малыш. Робин, малыш. Так, что-нибудь еще. Оу, Джордж Вашингтон. Естественно, ребята, тоже берем. Так, кто-нибудь еще есть? Так, оу. Че так? Эй, кого я выкинул? Ё-моё, хотел новую карту, ребята, глянуть. Ага, вот они. Мас и Менос. Я таких ребят еще не знаю, но возьмем. Так, давайте купим и начнем уже открывать. Робин. Уже 7 фигурок у нас, отлично. Рейвен. Хорошо. Так,
Киборг. Шикарно все. И Масс и Менос. Я таких ребят не знаю. Посмотрим. Посмотрим в дальнейшем. И Джордж Вашингтон. Вроде бы как и все. Так, хорошо, ребята. Больше ничего здесь такого нету, да? Ну, предположим, я куплю вот еще одну лисицу. Что будет? Что мне за это будут давать? Их можно как-то улучшать вроде бы. Так, погоди-ка, погоди-ка. Я же вроде хотел купить их. А, все, я купил. Ну что, ребята, выходим и бежим. По крайней мере, пытаемся добежать до самого Бэтмена. И уже с ним потрещать. Хотя у нас, наверное, сейчас будет куча побочных всяких заданий. И просто так мы к нему не попадем. Как говорится, сходу. Иначе будет неинтересно. Видимо, у нас сюжетная линия будет развиваться именно к тому, что мы каким-либо макаром должны будем добраться до главного героя, поговорить с ним, ну и уже обсудить это дело. Jump City, мне идет сигнал. Смотрим. Дорогой покупатель, благодарим за участие в нашей последней распродаже. Перед закрытием мы отправили вам особый подарок в знак признательности за вашу поддержку. Удачи в боях фигурок. Рекламный отдел мини-титанов. Так, перейти в почтовый ящик. Это у нас побочное задание. Хорошо. Тебе дали задание. Нажми здесь, чтобы посмотреть задание. Хорошо, давай. Нажми на любое задание, чтобы его отслеживать. Ну, хорошо. Перейди в почтовый ящик. Ладно, я понял. В почтовый ящик. А где он? Где этот почтовый ящик? Что такое? Что ты тут губки надул? Трам-пам-пам. Битва. Ой, беседа, ребят. Привет, Марк! Привет, привет, Робин! Дружище, я сейчас на одном очень важном задании, и мне бы не помешала помощь добропорядочного гражданина вроде тебя. Ты случайно ничего не слышал о судебном иске за нарушение авторских прав против мини-титанов? Судебный иск? Нет, ничего такого не припоминаю, но возле парка недавно открылась новая адвокатская контора. Думаю, это чистое совпадение. Может, там тебе смогут помочь? А может и нет? Кто знает? Любопытно. Так, посетите адвокатскую контору в Jump City. Хорошо, это все замечательно. Jump City, Хирити. Но нам-то нужно, ребята, что это? Что это за значок кроватки? Мы еще, по-моему, с вами не устали. Ну, это, видимо, не понял. Ночлежка, что ли, какая-то? Не будем туда заходить. Так, давайте-ка глянем карту. Как бы мне добраться? Ну, в принципе, здесь все легко и просто. Вот так вот мы идем. Я надеюсь, здесь не загорожено ничего. Почему не отмечено? Все должно быть у нас вот так вот. Погоди, ну почему? Вот. Да. Короче, в любом случае нам, ребят, нужно идти именно вот сюда. Поэтому и побежим мы с вами к Бэтмену на разговор. Ну, это где-то в самом низу, ребят, одним словом. Мы с вами вот сюда бежим. Заблудиться здесь, наверное, нереально. Хотя, кто его знает, здесь перегородка. Обойдем. Ничего здесь страшного нету. Так, а это кто еще такой? Так, беседа? Ой, да это же Робин! Ну, привет, маньяк контроля. Слушай, Титан, у меня тут проблемы, и ты поможешь мне ее решить. Дай угадаю, мучаешься с выбором новой фигурки мини-титанов. Фу, за кого ты меня принимаешь? Разве не видно, что я перфекционист? Как и любой уважающий себя поклонник, я ценю лишь оригинальные фигурки. Новые фигурки отвратительны. Ну да, они не похожи на оригинальные, но ведь в этом и смысл. Ты хотя бы их в руках держал? Нет,
Мне нужно в точности то же самое, к чему я привык. Ступай и принеси мне фигурки. Ты ничего себе, припуха. Так, новое. Что, купить, значит, Робина и Киборга? Так я же вроде бы как бы это сделал. Я это сделал, но задание почему-то... Тихо, что тут у нас, ребята? Новое сообщение. Внимание, начинающие художники. Вы непонятный и недооцененный художник в поисках оригинальных идей, которые помогут проявить ваш невероятный талант. Тогда это письмо адресовано лично вам. Приходите на официальное открытие мастерской радужного рейдера. Первые покупатели получат 5 радужных монет. Не упустите эту яркую акцию с радужным приветом. Рой Джонс Бивола, также известный как радужный рейдер. Так, посетите мастерскую радужного рейдера. Хорошо, я понял. Но вначале мы, естественно, ребята, сбегаем к Робину. Тем более он уже вот здесь, уже недалеко. Так, давайте вот здесь мы, наверное... Вот-вот-вот, вот здесь мы с вами обойдем. И вот она у нас, конторка Бэтмена. А, вот и дорога к Готэму. По ней я смогу добраться до Бэтмена. Ага, вот оно как. Хорошо. Надеюсь, Бэтмен дома и будет рад нас видеть. Ну что, Готэм, скучал по мне? Осталось только разыскать Бэтмена. Для меня, его бывшего напарника, это пустячковая задачка. А значит так, сегодня вторник. Что Бэтмен делает по вторникам? Ах да, музицирует вместе с комиссаром Гордоном. Отправиться в Готэм-Сити или Метрополис. Твои покупки 250 мелочь. Окей. Сюжетное задание. Посетите полицейское управление Готэма. Слушайте, ребята, это что, у нас новая карта, что ли, здесь получается? А ну-ка, дайте-ка гляну. Оу. Офигеть. Офигеть, ребятушки. Я не знал, что здесь уже есть новая карта. Ну вот вам и новшество. Отлично просто. Так, хорошо. Возвращение юных титанов. Значит, мне купить Робина и Киборга надо. Давайте-ка зайдем с вами в ближайший магазин. Подождите, мне нужно посмотреть, где у нас, кстати, полицейский участок. Да, мне же нужно туда именно. Так, тут колодцы, колодцы, колодцы. Здесь бои, магазин. Это у нас ночлежка. Ага, видимо, это полицейский участок, да? Скорее всего, ребят. Ну, мне, по крайней мере, хочется думать, что это так оно и есть. Мы с вами это сейчас и проверим. Слушайте, смотрите, какой-то бандит здесь у нас отмечен. Кто это такой? Давайте-ка поговорим с ним. Приветствую, юный титан. Возможно, ты меня помнишь. Я радужный рейдер, бывший злодей, а ныне предприниматель. Вы что, были злодеем? Серьезно? В таком-то наряде? Ну, разумеется, и ты можешь выглядеть не хуже, а точнее, твои фигурки. Загляни в мастерскую радужного рейдера. Здесь мы перекрашиваем фигурки мини-титанов. Посети мастерскую радужного рейдера. Ого. 5 жетонов перекраски мы, ребята, скорее всего, с вами получим. Ага, меня даже не стали спрашивать, сразу же сюда загнали. Так, неожиданная перекраска и выбери фигурку. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну, давай неожиданную перекраску. Эта кнопка открывает случайную палитру перекраски для любой твоей фигурки, включает эксклюзивные перекраски. Новая перекраска. А что фу? Что фу? Не я этого хотел, он так получилось. Давай еще сделаем. Да что вам не нравится все, а? Давай еще разок. Слушай, ребята, они, по-моему, всегда будут недовольны. Ну, давай выберем фигурку. Ну, например... Слушайте, а я не буду ничего делать, ребят. Я не хочу. Мне не нравится перекраска, если честно, и палитра его. Да и злодей из него никудышный, если честно. Согласитесь. Перебьемся как-нибудь уж. Есть дела у меня и поважнее. Так, тупик.
Да ладно тебе. Тупик, действительно, ребят, тупик. И да где же этот полицейский участок? Я надеюсь, это действительно полицейский участок. И я надеюсь, он работает ночью. По идее, он должен работать круглосуточно. На то он и полицейский. Эй, 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 Робин! Так, погоди-ка секунду. Это кто у нас такой? Приветствую. Что ищешь, работенку? Я? Что ж, так и быть, вот тебе задание. Встретиться с мутным Джимми в преступном переулке. У него есть свежая партия фигурок, которые случайно выпали из грузовика, если понимаешь, о чем я. Не понимаю, это какой-нибудь намек на преступление? Вы только посмотрите, какая догадливость. Проблема в том, что просто так он товар не отдаст, тебе придется его заработать. Ни пуха, ни пера. Так, получи груз у мутного Джимми. В какие вы меня авантюры, ребята, хотите загнать? Не годится, так не годится. А, вот, нет, это или полицейский участок. По-моему, он, да, ребят? Погоди, куда это? Где это я оказался? А, ребята, это же у нас Гордон. Так-так-так. Комиссар Гордон, вот мы и встретились снова. Да-да, ты ведь кто-то из Робинов, верно? Ну, вообще-то я... Так что ты за Робин? Дай угадаю, Робин-девочка? Да нет же, я самый первый Робин. Ага, как скажешь. Если что, я занимаюсь невероятно важным и совершенно секретным расследованием, и мне нужна ваша помощь. Скажите мне, где найти нашего общего друга? Дикого Луи? Что? Нет, другого нашего общего друга. Тони Щекотку? Я понятия не имею, кто все эти люди. Я говорю о нашем очень близком общем друге. Бэтмане? Да, о Бэтмане. А, Бэтмен, Бэтмен. Мы с ним давно друзья. Этот старый продоха должен мне бутерброд. Это все, конечно, очень интересно, но вы знаете, где он сейчас находится? Не-а. Обычно, чтобы с ним встретиться, я зажигаю бэт-сигнал. Полезная штуковина. Но сейчас от него никакого толку. Лампочка опять перегорела. Если хочешь увидеть Бэтмена, помоги мне ее заменить. Значит, просите найти лампочку. Это мы запросто. Так. Найди лампочку для бэт-сигнала. Ну что за... Задание, ребят, найти лампочку, блин, для бэт-сигнала. Где я ее найду в конце-то концов? Где? Где я ее могу найти? Ребят, я ума не приложу. Так, а этот у нас... Нет, ребят, это вот полицейский участок здесь, получается. А этот какой-то пройдоха. И я думаю, что надо его навестить. Надо его навестить. Что это за чувак? Консьерж или кто он такой? Хрен поймешь. Надо посмотреть. Раз он отмечен на карте, значит, для какого-то задания. Да, я понял, понял. Сейчас зайдем, зайдем, зайдем с тобой в магазин. Не переживай, купим мы с тобой фигурок. Оу, кто это у нас? Леди Ножка. Естественно, иди ко мне в копилочку. Так, давайте-ка, ребята, дальше глядеть. Оу, брат по крови. Вообще не знаю, кто это такой. Нет, нет, родной, ты пойдешь ко мне в копилку. Оу, мамонт! А, мамонта я помню, ребята. Он у нас превращается в гориллу. По-моему, он. По крайней мере, в первой части было так. Так, леди Ножка, это у нас неизвестная фигурка. Голова киборга. Сгодится. И что же нам... Оу, чудо-близнецы. Так... Тележка заполнена. Ага, понял, ребята, тележка заполнена. Значит, нам нужно что сделать? Купить, естественно, все это дело. Леди Ножка. Хорошо-то как. Так, брат по крови. Отлично. Мамонт.
Мамонт, я помню, по-моему, с кем-то был в паре еще. Или я что-то путаю. Так, а это у нас кто? Оу! Бестбой Кот. Так, и голова киборга. Какой-то, я даже не знаю кто. Мальчик-проволочка, да, надел на себя голову киборга и бегает. Хорошо, а мы продолжаем, говорю, закупки. Красная стрела. Замечательно. Так, Меноса давайте тоже возьмем. И это, и Мэс и Минус. Также у нас здесь, оу, Артемида. 1000 стоит, вы представляете, ребят? Купить, конечно же. Красная стрела, но это стопудово, ребята, соколиный глаз. Артемида, кто может быть у нас Артемида? Не знаю, ребята. Все, прикупили. Ну, хорошо, хорошо, давай. И вроде бы больше мы с вами ничего не можем. Значит, выходим. Будем скупать с вами все фигурки в магазинах, которые только увидим. Подожди, почему у меня перед... Вот он, вот он. Так, побежали к нему. Да у меня, по-моему, ребята, бесконечные деньги. Слушайте, это так и должно быть? Или у меня какой-то мод поставился, ребят? Я, честно говоря, не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Погоди-ка, погоди-ка, а как мне... Ясно, я немножко не туда свернул. Слушайте, что это за чувак? И машина у него крутая. Давай-ка, Робин, вот сюда мы с тобой подвернем. Да нет же, говорю, вот сюда, вот, молодец. Да куда ж ты бежишь-то, ядрен ты батон? Слушай, Робин, ты меня вот... напрягаешь в этом плане. Можешь вот сюда, вот-вот. Давай, продвигайся, отлично. Наступило утро, ё-моё, пока я тут бегал. Куда поедем? Прокатиться? А, это, ребята, таксист у нас. А куда мы можем прокатиться? G, я не знаю, что такое. И к Супермену можем, что ли? Что значит G? По идее, к Бэтмену. Ну, не G же, елки-палки. Ладно, сейчас посмотрим, куда нас доставит. Все равно у нас денег куча, и мне не жалко потратить на какую-то поездку. Заодно посмотрим, куда нас подбросят. Так, и пора бы, наверное, уже, я думаю, искать где-то лампочку. Надо, кстати, посмотреть по заданиям. Jump City. А, Jump City, значит, G означает. Ясно, меня вернули в мою старую локу. Угу. Так оно и есть. Так, и давайте-ка глянем, какие, ребята, у нас с вами задания есть. Давай-ка посмотрим. Да подожди ты, это мне не нужно. Верни меня сюда. Как там у нас задание-то смотреть? Вот. Найди лампочку для бэт-сигнала. Это, конечно, все хорошо, что найти лампочку. И вот, например, перейти в почтовый ящик. В почтовый ящик. А вот где мне его найти? Тоже пока не знаю. А здесь у нас недалеко магазин, ребята. Давайте-ка мы зайдем сюда и посмотрим. Какой-то такой солидный магазинчик. Может быть, нам здесь будут доступны еще какие-нибудь новенькие фигурочки. И мы, естественно, их... Оу, Гизма. Да ладно, тут даже черная манта есть. Берем, конечно же. Симар берем тоже. Так, киборг у нас есть. Это есть. Гизма. Давай возьмем. Так, брат по крови, киборг. Все это у нас есть. Так, хорошо, что у нас тут? Вафлемет киборга. Конечно, возьмем. Робо-мстители. Все будем покупать. Так, Симор. Это наш, как говорится, циклоп. Дальше у нас Гизма. Отлично. Черная манта. Даже ума не приложу, как он будет себя чувствовать в боях. Вафлемет киборга. Метает вафли в противника, блокируя его способности. Шикарно. Так, робо-мстители. Когда эта фигурка терпит поражение, появляются два робота-союзника, атакующих противника. Оу. Так, это же очень и очень чудесно. Чип силача я тоже, пожалуй, возьму. Также у нас что это такое? Безудержный танец. Все, ребята, все надо покупать. Чип удачи тоже купим.
Чип здоровья обязательно. И живая... А, живая батарейка пока не могу. Ладно, покупаем вот это все. Увеличивает запас здоровья. Начни бой с танца. Хорошо, как скажете. Увеличивает силу на 1. Сгодится. Так, и оглушающие способности действуют подольше. Дальше мне нужна живая батарейка. Да понятно, я все это... Живая батарейка. Покупаем. И чип здоровья тоже покупаем. Робочип даже какой-то у нас здесь есть. И робо-мстители. Все, я тут скупил практически все. Хотя не все, ребят, тут еще вот что-то есть. Смотрим. Это все у нас здесь. Есть, есть, есть. Воу, улетный силки. У нас с вами в первой части был простой силки. А здесь, смотрите, улетный. Даже синий жук есть. 2000, берем. Берем, берем, все, ребята, берем. Отлично, покупаем. Синий жук. Хорошо-то как. Так, и улетные силки. Вроде бы все, ребята, да? В магазине больше ничего у нас нету. Хорошо. Я даже не знаю, с чего начать. Мне нужна лампочка. Побочные квесты будем с вами брать? Ну, я думаю, что да, стоит. Да давайте в конце концов уже с кем-нибудь подеремся. Нам нужно, чтобы персонажи наши росли. Ну, естественно, развивались, чтобы мы получали новые удары и так далее и тому подобное, потому что в дальнейшем это все нам пригодится. Перейдите в башню, чтобы применить новый аксессуар. Хорошо, давай перейдем в башню. Сейчас будут нас учить, как, наверное, вставлять чипы стопудово. Хорошо. Пора применить новый аксессуар. Коснитесь аксессуара, чтобы о нем узнать. Примени свой первый аксессуар. Хорошо. Метает вафли в противника, блокируя его способности. Ну. И убрать. Выбрать. Хорошо, и что дальше-то? И все? А еще аксессуары можно чего перетаскивать куда? Как-то больно быстро, ребята. Обалденное, честно говоря, обучение было. Я ни хрена не понял. Выставил, не зафиксировал, по-моему, даже. Нет, все, хорош. Хорош, ребята, покупать, тратить бабло. Пора приступать уже к кардинальным мерам. Начинать все-таки бомбиться, драться, делать поединки. В принципе, для чего игра-то? Для того, чтобы драться, чтобы у нас было больше поединков. Чипы можно устанавливать на фигурки, достигшие 5 и более высоких уровней. Не забывай заходить в башню после повышения уровня. Все, что опять? Что опять? Приветствую вас, юный покупатель. Создатели мини-титанов снова благодарят вас за постоянную поддержку. Мы дарим вам очередной подарок, который уже отправлен к вам домой. Удачи в боях! Фигурок. Рекламный отдел мини-титанов. Перейди в почтовый ящик. Да... Где этот почтовый ящик? Мне кто-нибудь скажет. Я, например, ума не приложу, где он здесь может быть. Где? Вот не вижу, ребят. Хоть тресни, где этот почтовый ящик? Вот это что такое? Это доска какая-то объявлений, по ходу дела. Перейти в почтовый... А это что такое у нас? А, это просто тут вывеска, видимо, какая-то горит. Здравствуйте, он что, и здесь у нас, что ли, этот радужный охламон? Ну, предположим, даже если мы с вами пойдем в ночлежку. Фиг знает, может быть, у нас тут будет почтовый ящик. Ну, мне нужна лампочка, блин. Мне нужна лампочка, браток. Отвези меня отсюда, пожалуйста. Отвези меня. Да-да-да. Привет, не проходите мимо. Поздоровайтесь с космическим таксистом. Обращайся, если понадобится переместиться между городами. Всегда к твоим услугам. А биту не хочешь, а? Ребята, может быть, я погорячился? Сейчас мы это узнаем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. У него 4 уровня, ребята, бойцы. Так, для этого мы... Нажмите на фигурку, да я понял.
Нажимайте на способности, чтобы узнать о них побольше. Да, я понял, что это все не надо мне. Вот давай вот этого с вами возьмем. Я не понял, я что, могу только его взять, что ли? Да ладно, а третьего типа мне нельзя, да, взять? Нет, можно. Ох, сейчас люлей-то мы с вами получим, чувствую я. Тоже, блин, нашелся супергерой, полез на космического таксиста. Ну ладно. Так, 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 тихо. Нажми, чтобы переключиться между фигурками. Да это я понял, все, да ё-моё, ну что вы делаете? Когда ты переключаешься, шкала остается заполненной. Переключайся между фигурками, насколько захочешь. Это я понял, это я помню. Ждем, ребята, трубы. О, у них здоровится-то поболее. Что ты делаешь? Ага, это у нас типа зеленого фонаря. Да хорош бомбить-то уже меня, эй! Ну ничего себе, а если я? На-ка, удар током. Шикарно, ребята, прокатило. Дай-ка я еще ей вот так вот сделаю. Ага, красота. Что? Что ты делаешь? Куда ты полетела? Так, подожди, подожди, мне не нравится, не нравится, что она тут что-то хочет сделать. Продолжаем добивать, ребята. Так, два здоровья у него всего осталось. И я думаю, что мы вот так вот сделаем с вами. Пока, роднуля, я буду по тебе скучать. Ха-ха, это что за два брата-акробата? А ну-ка, давай-ка, для разминочки. Тинь-тинь, отлично. Не хочу даже смотреть, что они будут делать. Так-так-так-так-так, что это они? Хорош тут. Это что такое было сейчас? Это что, я спрашиваю, было? Нет, вы, ребята, доигрались, по-моему. Только бы попасть. Удар током, отлично, ребята. И дайте-ка мне тофу. Заморозка. Давай применим. Пускай немножко позамороженными будут. Так, добить не получится, ребята, добить, к сожалению. У них одно здоровье осталось. Я думаю, что мы успеем с вами вот так вот сделать. Да-да, именно. Хе-хей. На кого вы булочки-то крутите? На самого Робина. Так, а это у нас Супергерл. Что это она делает такое, а? Пора ее немножко проучить. Попадем или нет? О, да. О, да, это было эпично, ребят. Мы попали. Что это такое? Я не знаю, ребята, что она призвала. Какого-то фрукта. А ну-ка, давай, бомбанем. Мимо? Да ладно тебе. Слушайте, пора брать вот этого вот паренька. Не знаю, что он делает. Но сейчас мы это узнаем. На-ка! По красоте сейчас было. Танцы, танцы, ребята. Оу! Масуха, а если я вот так вот сделаю? Тынь-тынь, тыч. Ай-яй-яй. Буквально удара не хватило, ребята. А сейчас попробуем добить. По красоте. Отлично, победа, ребята, за нами. Для меня это неожиданно, если честно, было. 50 монет, хотя монеты для меня сейчас ровным счетом ничего не значат. Так, хорошо. Ну что же, мы таксиста победили с вами, что будет нам за это? Да, наверное, ничего, просто заплачет сейчас. Мы ему дадим носовой платочек, как говорится, чтобы он сопли свои подтер и ждал нас дальше. Слушай, а ты играешь славно. Еще бы не славно. Ядрёна вож. Сам чемпион перед тобой стоит. Что опять? Что опять за задание тут сигналит? Уважаемый Титан, надеюсь, вы благополучно получите это сообщение. Приглашаю вас на вечеринку в честь моего дня рождения. Ваше присутствие обязательно. Не разочаруйте меня. С любовью, Мозг. Посетите вечеринку в честь дня рождения Мозга. Да где же мне вот это, ребята, все посмотреть-то, а? Кто же мне это скажет? Ах, вот оно как отмечается. Хорошо, хорошо, пойдемте посетим эту вечеринку. Раз уж они так хотят. Да я и сам хочу, если честно. Пора заглянуть к ним в гости. Да ё-моё, ты будешь бегать. Ты будешь бегать нормально, я тебя спрашиваю, а, Робин? Старый добрый парк, я его помню, ребята. Немножко, конечно, изменился, но...
Так, нет, в ночлежку мы с вами заходить не будем. Сейчас нам ни к чему. У нас все-таки утро на дворе. А вот здесь, не понял. А что ты здесь делаешь, роднуля моя? А, нет, нам не к ней нужно. Нам нужно вот здесь. Ух, смотри-ка, что это за хлам он такой стоит здесь? Стоять, человек! Так, ну-ка, беседу. Привет, я тут пришел на день рождения. Вход воспрещен. Что? Ну вот же мое приглашение. У тебя нет подарка, мозг будет расстроен. Подарка. Да, я понятия не имею, что можно подарить мозгу. Хотя он, кажется, дружит с Гизмо. Может, стоит посоветоваться с ним насчет подарка? Так, хорошо, ребята. Значит, у нас задание посоветоваться с Гизмо. Ядрёна вошь, это вообще на другом конце карты. Черт бы его побрал. Ну что ж, нам придется, ребята, идти к Гизмо. Так, подожди секунду. Это делается у нас, как я понял, намного проще. Вот сюда мы кликаем, нам показывают. Мы, естественно, вот так вот отмечаем. И, соответственно, уже бежим именно туда, куда нам нужно. Так, ну-ка давай-ка с ней-то побазарим. Hello. Милый Робин. Да, я милая, что такое? Как дела, Стар? Уже успела обзавестись новыми фигурками? О, да, мне очень нравится фигурка моей очаровательной личинки. Силки, наверное, ребят. И мне не терпится устроить самую милую битву фигурок на свете. Битву с одним лишь силки. Что ж, если ты и правда об этом мечтаешь, думаю, я смогу тебе помочь. О, Робин, ты настоящий друг. Победите Starfire с помощью любых трех фигурок силки. Ах, трех фигурок силки. А у меня, ребят, по-моему, только лишь одна. Милый Робин. А ну-ка, если мы нажмем... Тебе не хватает фигурок силки. Неужели ты не хочешь устроить самую милую битву на свете? Да, я хочу, извини, Стар, я как-то не подумал об этом, честно сказать. Вот бы настоящие битвы были бы такими очаровательными, как битвы мини-титанов. Да, я с тобой полностью согласен, было бы очень даже круто. Но сейчас тогда, ребята, мы с вами бежим Гизмо и узнаем насчет подарка. Куда это меня занесла нечистая? Вообще, я бегу на пляж, а мне это не нужно, мне нужно вот сюда. Да опять ночь наступила, блин, да что ж такое-то. Ну, я понял, что ночь наступила. Давай, все, заканчивай. Так, секунду, ребята, сбился маленько, сбился. Тут сбиться пару пустяков. А вот сюда нам нужно бежать. Так, давай-ка, Робин, выходи давай с пляжа. Нечего нам тут делать. И побежали вниз. Он, по идее, должен быть внизу, ребята. А мне почему-то наверх куда-то там показывают. Зачем? Для чего? Так, я ничего здесь не попутал, ребята, а? С Гизмо. Попутал, мне нужно наверх, действительно, все правильно показывают. Слушайте, у нас ночь на дворе, я боюсь, он спит. О, старый друг. Узнаете, ребята? Ха, в первой части он нам дал костюм собаки, чтобы мы попали с вами на турнир. Нет, вот он, родной наш. Привет, злобный коротышка. Мне нужна твоя помощь. Оригинальный способ попросить о помощи. Выкладывай все, что тебе известно о мозге. Ну, я знаю, что он устраивает крутую вечеринку. Это я и без тебя знаю. Лучше скажи, чем он сейчас увлекается. Живее. Наш разговор меня утомил, Робин. Тогда я выбью из тебя информацию в битве фигурок. Ну да, правильно. Не хочешь по-хорошему, так получай по-плохому. Но информацию мы все равно якобы добудем. Хорошо, надеюсь, мы справимся с Гизмо. Что это такое? Открой полку аксессуаров, чтобы применить аксессуар. Примени аксессуар перед битвой. Как это сделать? Ладно, берем, ребята, с вами. Так, вот этот парень мне тоже понравился неплохо. И я хочу посмотреть, что же это у нас за лисица. Да как же мне применить-то его?
Странно. Ладно, ребята, у него два персонажа. Это сам Гизмо и Симон, или как его там, Симон. В общем, вперед. Надеюсь, навалять мы им все-таки сможем. 3, 2, 1, go! Собирай батарейки и используй способности, чтобы заряжать аксессуары. Ага. Батарейки собирать. А, все, понял, ребята. Ну что, давайте посмотрим, что вот это у нас за удар. А, электрическая защита. А вот это... Угу. Обычный удар шокером. Все, я понял, ребята. Воздействие отменены. А он с меня, ребята, щит снял электрический. Ну, за это ты ответишь. А ну-ка, получи по полной программе. Ту-ту. Вау, удар током он получил свое, ребята. Он заслуженно это получил. И я хочу посмотреть, что у нас может делать лисица. Давай, давай, отменяй. Мне-то все равно ничего не было. Что это такое? Оу, батарейка выпала, ребята, она моя. Слушайте, а мне нравится. Еще одна батарейка. А ну-ка. Аксессуар полностью заряжен. Активируй его. Хорошо, давай посмотрим. Стиль в деталях. Призови аксессуар, понятно. Ага, он поменялся, ребята, на Гизмо. Мощь мне понизил, гаденыш. Хорошо. Я выбираю Робина. Ну дайте Робина-то выбрать мне. Да что ты тут? Сломалось у тебя, да? Тоже вызвал какую-то парашку. Срочно нужен мне Робин. Блин, у нас мощь, ребята, пониженная. А если я так сделаю? А ну-ка. Отлично. Ну, мало здоровья, конечно, отняли. Вообще мало. Так, давай еще разок попробуем, ребята, звездануть его. Вот, сейчас было намного лучше. Здоровье восполнили себе. Так, у него здоровье 1 единичка осталось. Давайте вот так вот его пробьем. Отдыхай, как говорится. Так, Гизмо, иди сюда. Мы с тобой еще не закончили. И я начну тебя наказывать. Батарейки возьмем. И вот так вот. По красоте, чтобы все было, ребята. Ах, как хорошо. Так, это у нас что такое? Мощь плюс 2. Фу. Блин, ты достал, а? Робин, приди в себя, приди в себя. Так, что у него тут? Опять вызывает свою парашку, ребята. Хорошо, а мы его сейчас трубой нагреем. Должны нагреть. Вот так вот. Ну, на самом деле, это не труба, это его посох. Но выглядит она как труба. Слушайте, ребята, у него здоровье 14, но знаете, что меня смущает? У него атаки-то будут посолиднее, посильнее, помощнее. Дай-ка я ему еще разок вот так вот сделаю. Ага, хорошо. Пора нам, наверное, ребята, с вами переключаться на шокера. И просто будем сейчас бомбить. Получи. 4 здоровья у него всего осталось. Это то, что нужно. Будет отменять он на нас это воздействие или нет? Не знаю. Да хоть залетайся здесь, я все равно в щите. В данный момент ты меня не пробьешь. Пробил, гад. И мощь еще понизил. Хорошо, если я сейчас накоплю вот этот удар, ему не забровать, ребята. Ему просто не забровать. Все, он попался. На-на-на, и получи. Ну что же, гони, как говорится, инфу. Она мне нужна. Так, 50 голды. Так, уровень, что ли, получил у меня Робин? Да, ребята, растет как на дрожжах. Улетный Робин, заботливый орел. Плюс увеличение уровня. Или урона. Скорее всего, урона, ребята. Так, замечательно. Ну, пускай мне колется, потому что мне нужно попасть на вечеринку к мозгу. Правда, я не знаю, зачем. Ну, если такое задание у нас есть, значит, будем стараться туда попасть. Так, давай, 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 давай. Не томи, не томи меня, Гизмо. Выкладывай всю подноготную, которую ты только знаешь. Ну, что ж так долго-то загружается? Даже дольше, чем, ребята, в первой части. Не знаю, почему так. Ладно, ладно, я помогу. Не кипятись. Мозгу очень сложно угодить. Но я знаю, что ему очень нравится лисица.
Можешь попробовать добыть фигурку ее. Посоветуйся с Гизмо. Мы сделали, ребята. Ага, вот, значит, и ответ. Нам нужно купить фигурку лисицы. Ну, это, ребят, я думаю, что легко и просто. А давайте смотреть, что у нас еще за задание. Да, нам нужно купить Робина Киборга. В общем, давайте найдем с вами ближайший от нас магазин. Магазин фигурок и, соответственно, купим. Вот, я вижу. Сюда мы и направляемся. Побежали, ребята. Значит, нам нужно купить Робина, нужно купить Киборга и нужно купить лисицу. Тогда мы сразу сделаем с вами два задания. Как говорится, одним хлопком прибьем двух мух. Так, давай вот сюда вот. Как же неудобно бегать все-таки вот так вот мышкой. Закрыто, да, зашибись, закрыто. Хорошо, до утра закрыто. Мы тогда... Нет. С тобой мы уже болтали, ничего хорошего ты не скажешь. Вот, давай тогда вот сюда пока сбегаем. Будем развивать своих персонажей, пока у нас ночь на дворе. Да, действительно, самое время для того, чтобы драться. Нажми на люк, чтобы переместиться. Это я прекрасно помню. А, старые друзья собачки. Гав. Беседа. Тяв-тяв. А если битва? Тяв-тяв, ё-моё. Тявкать будешь на кого-нибудь другого. А мне нужны факты. Мне нужны бои, драки. Мне нужен опыт и уровень. Выбираем Робина. Кстати, ребята, а почему у меня вот такой состав взят? Надо будет поменять. Обязательно поменять. Так, шокера возьмем. И вот так вот. Окей, у него силки и бейсбой третьего уровня. У этой собаки еще, оказывается, фигурки есть. Хорошо. Будем наказывать. Жестоко наказывать. Так, ждем, ребята. Ага, у него щит. Так, щит, по-моему, одноразовый, если я не ошибаюсь. Проверим. Ага. Так, поменялся на бейсбоя. Хорошо. Хорошо, да. Превращаться будет? Да, ребята, превращается в гориллу. А мы его вот так и вот так вот. Ух, по красоте. Хочу посмотреть, ребята, что вот это у нас за герой. А ну-ка. Фиолетовые способности заряжаются определенное время. Если ты нанесешь удар во время заполнения фиолетовой шкалы, действие способности прервется. Оу, зато бьет-то не по-детски. Защиту, ребята, мы с вами получаем дополнительную. Я хочу посмотреть вот этот вот супер-пупер удар. Пока на нас есть защита, есть вероятность накопить. Смотрим. Ух. Ёлки-палки. Что он там крякает, как Дональд Дак, ё-моё. Опачки. Опасно. Опасно, ребята. Опасно, я говорю. Меняем срочно персонажа. Нет, дай Робина лучше возьму. Будем вот этим сейчас ударом, ребята. Увеличение урона, да, по-моему? Ага. Так, сердечко почему-то мне дали. Полный. А ну-ка. Подожди, что-то странно как-то получилось здесь. Шкала заполнилась где-то... Где-то не там, где надо, ребята. Что-то не то. Так, прописал. А ну-ка, здоровье восполнили. И сейчас я все-таки накачу, ребята, трубой. Да хорош ты тут свои мячики отрыгивать на меня. Силки. Все, достал ты меня. Получи. Ай, как хорошо. Ай, Робин молодец, никогда меня не подводит. И заслуженный танец в честь победителя. Нормуль. Так, шокер у меня получает 4-й уровень. Он выбивается в лидеры среди всех. Красота, черная молния. И давай-ка мы тебе повысим, наверное, здоровье. Здоровье, пока, ребята, будем качать ХП. А почему? Потому что, ребята, враги будут сильнее, мощнее. И нам нужно будет как-то выстаивать на поле боя. А уже потом с вами будем прокачивать всякие везения, уклонения, крит-удары и так далее и тому подобное. Так, ну что же. Это был у нас спонтанный, честно говоря, бой. Ничего с собой не несущего, так что продолжаем.
Да, собачка недовольная, это все понятно. И наверняка, ребята, будет задание, чтобы, как в тех, помните, победите 5 раз псину. У нас, может быть, здесь, кстати, ночлежка-то где-нибудь есть недалеко? Есть ночлежка или нет? Я спрашиваю вас. Есть ночлежка? Давайте сделаем так. Если мы успеем добежать до того, как наступит утро, то хорошо. Если нет, мы разворачиваемся и бежим обратно с вами. Так, давай. Сюда. Так, подожди. Вот она. Какая... Мне нужна ночлежка. Хотя, смотрите, сегодняшнее задание. Победите противника Король пляжа с фигуркой Болотная тварь в команде. Я подтвердил. Награда 500 голды. Знаете, ребята, что меня здесь немножко расстраивает? Я не знаю, почему у меня здесь столько денег. Ума пока не приложу. Откуда оно все? Но... Я могу купить себе абсолютно все, и как бы меня немножко расстраивает то, что теряется смысл практически 50%. Пора баньки, давай заплатим. Потому что мне нужно здесь, вы сами знаете, делать задания, копить деньги, на них уже покупать фигурки. А так как у меня просто куча денег, я могу себе все это позволить и так, без каких-либо там вообще проблем. Хорошо. Так, найдите лампочку, это понятно. Перейти в почтовый ящик. Давайте посмотрим, где у нас почтовый ящик. Ага. А вот где у нас почтовый ящик. Пойдем сбегаем. Что-то, ребята, мы с вами с задания на задание перепрыгиваем. Оу, смотрите, как. 2 говнюка здесь. Хе-хе. Так, пойдем сейчас, наверное, сходим в почтовый ящик, заглянем. А потом уже сбегаем с вами в магазин и купим недостающие фигурки. Соответственно, если они будут еще в магазине, потому что их может и не быть там. Так, Робин, не бухти. Иди спокойно, ровно. Без... Ой, я уж думал, перекрыто здесь. Нет, все нормально, проходим спокойненько. И вот... А, это же наша контора, ребят. Конечно же, вот у нас и почтовый ящик. Давайте смотреть. Так, и кто же мне пишет? Не сомневаюсь, что кто-нибудь из поклонников. Йоу, монета Хайв. Так, ну это мы читали. Ускоряет заполнение шкалы всех фигурок во время действия. Шкала участников команды Хайв быстрее заполняется. Эй, воу, монета Титанов. Повышает максимальное здоровье всех фигурок на 30% во время действия. Здоровье Титанов дополнительно повышается на 50%. У-ху-ху. Ну, это прям, я не знаю, ребят, ну, прям шик и блеск какой-то. Так, это мы сейчас зашли в башню Титанов, и это где мы можем с вами улучшать свои фигурки, вставлять в них чипы. В принципе, здесь нам пока делать нечего, потому что 5 уровня ни одного моего персонажа еще пока нету. Так что смысл теряется пока полностью. Но мы, ребят, с вами потерпим, ничего страшного в этом нету. Будем качаться это. И вот я хотел, знаете, что сделать-то? Поменять себе состав. Но на кого? Вот в чем проблема. Я хотел посмотреть Black Manta, что он из себя представляет. И, честно говоря, Синий Жук. Это новые персонажи. Я за них не играл. Я даже понятия не имею, что они могут именно здесь. Именно в этой игре. Так, Jump City, это понятно. И теперь мы, как и говорили с вами, отправляемся в магазин. И причем магазин здесь вот, самый ближний. Пойдемте, нам нужно купить Робина, нам нужно купить Киборга и карточку Лисицы. Для того, чтобы попасть на вечеринку к Мозгу. А зачем? Пока понятия не имею, что там будет на этой вечеринке и зачем нам туда попадать. Ну, нам нужно найти лампочку. Кстати, да, это задание тоже не следует игнорировать. Смотрим, Лисица, нам просто повезло, ребята. Хорошо, оу, Red X, давай, иди сюда ко мне, у меня... Оу, юный Флэш. Хе-хе. Вот это хороший, ребята, заход. Очень хороший. Где же мне взять теперь Киборга или Робина? Есть такие тут, ребята? Так, Blackfire, это не то. Это все не то. Все это абсолютно не то, ребята. Ну дайте мне, пожалуйста. Подожди. Оу, улетный бейсбой. Вот этого возьмем, паренька. Возьмем обязательно. Так, Red X. Оу, улетный Робин. Но, по-моему, не такой нам нужен. Так, он 5 уровня. 5 уровня. Так, у тебя есть активное задание, для которого нужна эта нераспакованная фигурка. Открыть
использовать для задания. Во, выполнено. Так, это у нас юный флэш. Юный флэш, блин. И улетный бестбой. Такой взрослый. Круто. Так, Red X. Ну, этого паренька мы помним по первой части. Все, да? Но все равно, ребята, еще нужно две карточки. Мне нужен Киборг и мне нужен Робин. Но зато я могу уже, в принципе, смело идти на вечеринку к мозгу. И я, в принципе, наверное, так и сделаю. Зачем же мы с вами бегали в магазин, да, искали эту карту, чтобы дальше бегать просто так? Нет, будем потихоньку выполнять всякие задания. Так что почесали. Нажми эту кнопку, чтобы переместиться в башню титанов. Какую кнопку? Эту? Ну да. А, ребят, у нас появился с вами первый герой, да, мы купили Бэтмена. Ой, Бэтмена, Робина пятизвездочного, пятиуровневого. И теперь нас вот, смотрите, нажмите здесь, чтобы открыть экран усовершенствования. Хорошо, я открываю. На экране усовершенствования ты можешь улучшить боевые способности своей фигурки. Скармливай ненужные лишние фигурки силки, чтобы усовершенствовал он твою фигурку. Вот бесплатная фигурка Робина первого уровня. Ребят, ну вы помните, да? У нас это было, да, скормить силки. Он у нас съедает. И, соответственно, нам дает опыт. Скармливая фигурки, ты заполняешь шкалу усовершенствования. Заполни ее до конца, чтобы улучшить способности фигурки. Шкала заполняется больше, если ты скармливаешь фигурки, похожие на ту, которую улучшаешь. Нажми на силки, чтобы увидеть шпаргалку. Ну, вот она и шпаргалочка. В принципе, все как в первой части. Не забывай скармливать фигурки силки, ты их уничтожаешь. Понятно? Навещай силки, когда у тебя появятся ненужные или повторяющиеся фигурки. И у меня такая фигурка есть, да? Подожди, это не то, ребята. Это... Подожди-ка, я же вроде бы покупал, нет? Нет. Хорошо. Нажми здесь, чтобы установить чип. Чипы всегда улучшают твои фигурки. Понятно. Установить чип ты можешь... Установив чип, ты не сможешь его убрать, но сможешь заменить его позже другим чипом. Я думаю, что нам пригодится... Да, тут еще не каждый чип подходит. Когда эта фигурка терпит поражение, появляются два робота-союзника, атакующие противника. О, вот это хорошо, это очень хорошо, давай. Этот чип устанавливается только на фигурку класса техник. А это? Увеличивает здоровье на пяток. Хорошо. Отлично. Так, выбрать. Так, выбрать. Выбрать это, конечно, все хорошо. Ага, вот они, ребята, все герои. Вот что я хотел. Я хотел взять вот этого. Уберем отсюда мы, наверное, без боя, да? И возьмем с вами... Так, жука мы взяли. Вот этого парня я тоже не знаю, что он делает. Так, уберем вот так. Так, секунду, ребята, где у нас... Этих чувачков я тоже не знаю. Флэша не знаю. Блин, ну что ж ты будешь делать-то? Заманчиво-то как все. Погоди-ка. А, вот, Блэк Манта. Я уж думаю, куда он делся-то? Все, отлично, ребята. Вот так вот мы, пожалуй, с вами оставим. Вот такой составчик. Уж больно мне хочется посмотреть и Блэк Манту. Ну, в общем, всех вот этих новых персонажей Синего Жука в обязательном порядке просто-напросто. Так, все, я думаю, что больше мы здесь не задержимся и побежим срочно на вечеринку к мозгу. Пора спросить, как у него дела, поздравить его с днем рождения и вообще, кто такой мозг? Что это за новый супер, блин, злодей? Так, где наше задание? Давай, открывай мне панель заданий. Не то ты делаешь совсем, совсем не то. Почему лампочка не работает? Эй! Вот они, ребят, задания. Так, лампочку найти. Принести мозгу подарок. Да-да, именно вот это задание мне и нужно. Побежали на всех парусах. Вот сюда. Жалко, здесь нету, знаете, игрового телепорта. Чтобы нажал туда, например, и он сам или бежал, или бы телепортировался. Давай ты иди, ё-моё.
Так, уже почти ребята в уцели. Вот. Я надеюсь, да, он должен меня пропустить. Ну, заходим. Да что ж такое-то, я не понял. Так, секундочку. Нам нужно сюда. Поговорить с этим охламоном, что ли, нужно? Вот теперь у меня есть подарок. Мозг будет довольна. Можешь проходить. Довольно. Доволен, ё-моё. Хорошо провести время. Хей, ребята. Хитрым способом мы с вами все-таки пробрались на эту вечеринку. Йо-хоу, это что такое? День рождения мозга. Это что, поединок, что ли, у нас? Черт подери, я думал, что это действительно какая-то вечеринка. Блин, пришел, называется. Брат по крови. Сейчас у меня... 10 уровня! Он 10 уровня, ребята! Ядрить тебя на корень! Хорошо, берем нашего любимого Робина. Берем... Давайте возьмем, наверное, тоже брата по крови и... Блин, Блэк Манта, у него здоровья больше. Злодеи? Да, злодеи... Ой, я не выставил эту... Хиробору, ребята, забыл поставить. Ладно, фиг с ним. Оух. Будет сейчас больно, я чувствую, ребята. Так, ну-ка смотрим, что это за кнопочка у нас такая. Ага. Понял. Призвали какую-то себе помощь. А он что-то там ждет. Он выжидает, ребята, он выжидает. И мы вот так еще делаем с вами. Что это у нас? Тоже вызвал, а? А что это мы смеемся-то? Что это сейчас было? 2? Да ладно тебе. А мы если так же сделаем? Почему-то у меня только одна, ребята, крутится. Да хорош, 3 вызывает, ребят, ты посмотри. Ладно, я попробую, ребят, вот. Ах ты, он первый успел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пора менять, ребята. Как-то все очень плачевно для нас тут разворачивается. Технологично. Опа! Получил свое, гаденыш? Удар током был. Так, он опять. Он достал, если честно, вот вызывать свою вот эту вот фигню. А если мы вот так вот сделаем, ребята? Давай, птичка родная, лети ко мне. Так, это что? Что это у нас такое? Оу! Так, сейчас я звездану должен успеть, ребята. Погнали. Оу, крут? Крут. Блэк Манта, твой выход. Не знаю, что ты делаешь, на что ты способен, но я вижу у тебя электрическую мурену. Будем пробовать, ребята. У нас выбора все равно нету особого. Погнали, смотрим. Так. Да ладно тебе! Офигеть! И вот в этом заключается суть Блэк Манты. Самого себя поджарить? А еще разок. Ага, отлично, давай еще разок. Воу, неплохая способность, ребята, если честно. Мы его победили. Ха-ха. Шикандос. Тырить-тырить-тырить-тырить. Блэк Манта у нас там танцует, такой довольный. Так, что же... Улетный Робин получает у меня 4 уровень. И мы с вами... Мощь! Да, ребята, чтобы удары у нас были как будто бы удар кувалдой. Чтобы каждый противник просто не смог потом встать после нашего удара. Что это за хмыреныш такой, а? Кто это? Кто это вообще такой? Генерал Иммортус. Оп! Дискотека, танцуют все. Спасибо, блин, большое. Дай мне лучше Хиробору мне вызвать. Так, о, подожди. У нас же где-то... вот это, по-моему, да, жизни нам добавляет. По-моему, она. Ну что же, мне придется взять Шокера. Также мне придется взять Синего Жука и Лисицу. Да, поехали, ребят. Нужно побеждать нам. Нам нельзя проигрывать. Фух. Так, что там у него? Джордж Вашингтон и Санта-Клаус, что ли, какой-то, да? Скорость шкалы. Такие танцы. Так, ну-ка давай-ка вот так вот пропишем для начала.
Ах ты, гад, уклонился. А если я вот это, что это за фигня такая? Блин. Ну. Ага, ты посмотри, как было больно, ребята, было больно. А вот так вот, если мы сделаем. Дедушка Мороз, отвянь, пожалуйста, а. Давайте меняться, ребята. Я поставлю себе защитку. Вот так-то оно будет лучше. Хрен тебе. Как говорится, мимо кассы, родной. Что за подарки? Оу! Синего жука, ребята, как будто бы и не было у нас. Это очень и очень скверно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Батарейка, иди сюда. Давай еще разок попробуем его нагреть. Так что, дайте мне... Есть, 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 есть. Так, 5 здоровья исполнили. Ага, он тоже подхилялся, ребята. Ну-ка, давай-ка, так вот, еще разок, ребята. Блин, одно хп осталось, и мы пробиваем его. Да, Дедушка Мороз, пошел отсюда, как говорится, куда подальше. Мощь. Вот это мощь, ребята. И мы с вами вот так вот делаем. На-на. Ай-яй-яй-яй-яй. Один удар, конечно, мы промазали с вами. Ну да не беда. Ждем. Что он тут делает? Все-таки решил меня наказать. На 12 мне прилетело. И я встану, ребята. И он еще на 12. А вот это уже скверно. А ну-ка попробуем. Хорошо, по крайней мере, все у нас удачно. Воздействия отменены. А знаете, чего я боюсь? Если он сейчас еще сделает свой удар на 12. Мощь 7. Ну, боюсь, тебе это не поможет, родной. Да, ребята, победа за нами, но не без потерь. Мы потеряли с вами синего жука. Черт бы побрал, а. Какого лешего, блин. Так, модификация фигурок. Ее можно улучшить. Так, лисица. Дух слона. Блокировка противника. Ха-ха. Хорошо. Блэк Манта. Трезубец. 10 уровень команде. Ладно, разберемся позже. Фух. Да, а подниматься нам еще выше, выше, выше. И враг все сложнее, сложнее и сложнее, ребят. Я даже не знаю. У меня героев-то... Мадам Руч. Кем мне играть? Скажите, пожалуйста. Я не знаю, ребят. Здоровья практически ни у кого нету. И проигрывать так неохота, если честно. Очень неохота. Ох-хо-хо-хо-хо. Это что там за супер элитная команда? Бабуля, уйди, пожалуйста, от меня. Уйди, говорю, от меня. Ты мне не нравишься, ты мне противна. Дай-ка я восполню себе здоровье, ребята. Сейчас бабуля что-то делает. Что-то там бабуля на 14 пригрела. Оу, ребята, по-моему, я немножко поспешил. Так, бабуль, ты что там? Дай мне здоровье вспомнить, пожалуйста. Дай. Успей, нет? Воздействия отменены. Ну и фиг с ним. Давай, птичка. По красоте. Да что ж ты? Так. Бабуль, это не шутит, ребята. И накрыла моего Робина, к сожалению. Блин. Давай, Блэк Манта. У нас с тобой не так уж и много выбора. Нет, здесь, скорее всего, ребят, мы с вами не справимся. Хотя очень сильно бы хотелось. Давай еще раз прожарим. Технологично. Что это было? Бомба! Ложись! Блэк Манта, ложись! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ребята. Я не знаю, как мы с вами тут выживем, но как-то надо выживать. О, нет. Ай, манточка ты моя. Держись, по красоте, держись. Да что ты там химичишь?
Блин. Она не дает, ребята, мне ничего сделать. Сейчас, по-моему, накроет медным тазом нас. Мы будем что-нибудь делать. Она не дает просто, ребят, ничего сделать. Вообще, абсолютно. У меня, да, осталась только лисица. Неужели мы с вами вот так вот тупо проиграем? А по ходу дела, да, ребят, проиграли. Слился. Но, извините, ребят, я не знал, что здесь на самом деле вот на этой вечеринке нам придется драться. Офигеть, называется, позвали на день рождения к мозгу. Вместо того, чтобы покушать тортик и, как говорится, попить лимонадика, нам просто устроили здесь взбучку, причем по полной программе. Ладно, я этого не забуду, я это запомню. Ну и я потом, естественно, приду, как говорится, на ихнюю вечеринку уже с другими намерениями. Ну и, естественно, буду наказывать. Жестоко, ребята, наказывать. Так, что, дедок, я в гневе. Давай хоть с тобой, я не знаю, поболтаем или подеремся. Что-нибудь одно из двух. Тем более ты фыкаешь на меня. А я не люблю, когда на меня фыкают. Почему вы постоянно ворчите? Я тебе скажу почему. Сначала все докучали мне своими надоедливыми игрушками. А теперь вот по всему городу появились проклятые воздушные шарики. Что плохого в воздушных шариках? С ними же веселее. Они напоминают мне о детстве. И я вспоминаю, насколько стар. Избавься от них. Ах ты старый-старый пройдоха. Уничтожить 6 воздушных шариков. Подожди, ребята, вот это что за фотография? Ну-ка, я же могу ее взять? Стопудово будет какое-нибудь задание, где нужно будет нам отыскать фотографии Шокера. Человека-молнии. Оу, девочка, привет, или это мальчик? Нет, это девочка. Давай поговорим с тобой, милашка моя. Где-то я тебя видела. Ну, естественно, я ж суперзвезда, супергерой. Ты же супергерой, да? Ну, вообще-то да, и еще какой. Значит, ты сражаешься со злодеями, верно? В теневом округе полно злодеев. Они то и дело похищают чужие фигурки. Настоящий супергерой обязательно бы с ними разобрался, и без намеков. На, победи двух злодеев в Джамп-Сити. Ну, девочка, ну, молодец, взяла меня на понт. Ну, ребят, ну а что же нам делать? Естественно, мы с вами будем выполнять все эти задания, но уже, наверное, в следующей серии, да? Так что, дорогие мои друзья, если вам понравилась эта игра и вы хотите видеть периодически прохождение, то ставим лайк, пишем в комментариях, типа, Рейджик, давай-ка замути следующую серию. И, естественно, ребята, я пойду к вам навстречу и замучу. Ну, а на этом, пожалуй, мы и будем закругляться. Так что всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в новых следующих видосиках. Так что всем пока, удачи и до скорого.